Мальчишка бегал по дворам, пиная мячик просто так. Он не верил всяким докторам, что твердили лишь про мрак. Но он зрение свое терял и чувствовал тревогу. Он все с достоинством принял и всегда молился Богу. Однажды старый футболист увидел юношу с мячом. Своей душою тот был чист, помогал друзьям своим плечом. Футболист сказал привет и понял то, что тот слепой. Только слезы полились в ответ, ведь юноша сражен судьбой. Футболист обнял мальчишку и сказал: «Прошу, не плачь, я читал об этом в книжках, тебе лишь нужен добрый врач». И вот тот юноша старался, играл в футбол, не видя ничего. Иногда он все же ошибался, но мир был светел для него. Он выступал на паралимпиадах, а затем настал счастливый день. Грудь его была в наградах, ведь слепота ушла, как тень. Тут футболист врача нашел золотыми, отобрал руками. С тех пор он жизни приобрел веру твердую, как камень. Открыв глаза, он вдруг прозрел, увидел все свои награды. О подобном он мечтать не смел, ведь люди были ему рады. Когда мальчишка вышел в свет, стал великим футболистом, и в доброте сокрыт ответ, извини всяким эгоистом. Thank you.